Завершился муниципальный этап молодежного фестиваля «Формула успеха». В спортивных и интеллектуальных состязаниях приняли участие 7 команд из школ города. За звание победителя в зале спортивного комплекса «Триумф» развернулась нешуточная борьба. Подробности в следующем материале выпуска. Молодежный фестиваль «Формула успеха» проводится ежегодно. Его цель – профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. Мероприятие направлено на профилактику безнадзорности, правонарушений, асоциальных явлений в молодежной среде. Ребята участвуют в самых разных видов, скажем так, увлечений, творчества и успеваемости, и семьи из трудной жизненной ситуации. У нас, мы как органы системы профилактики, работаем абсолютно со всеми. И сегодня вот ребята именно, которые состоят на ведомственных учетах в школе, они объединяются в такие команды, принимают участие и, собственно, участвуют в мероприятиях краевых, если побеждают. В этом году заявки на участие в соревнованиях подали 7 команд из 1 и 4 лицеев, 3, 5, 16, 17 и 18 школ. Настрой у всех ребят был боевой. Мы с моим лицеем приехали сюда, чтобы победить, и не хотим никому уступать. Команда у нас дружная, будем хорошо выступать и победим. Ребята соревновались как в спортивных состязаниях, так и в интеллектуальных. Им необходимо было попасть в баскетбольное кольцо, ответить на вопросы викторины, пройти эстафету и освоить гигалыжи. Лучше всех с поставленной задачей справилась команда третьей школы. Они стали победителями. Теперь им предстоит защищать честь Славянского района на краевом этапе соревнований. Анна Монастыренко, Георгий Калинин. Программа «События».